В Харольском муниципальном округе динамично развивается медицина, спорт, культура и сельское хозяйство. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяка во время рабочей поездки в муниципалитет. Так глава региона побывал в школе номер 2. Образовательное учреждение включает элементы современной школы, интерактивное оборудование и зоны отдыха. Для детей предусмотрено сбалансированное питание, отремонтирован спортзал и крыша. Планируется проводить уроки робототехники в рамках внеурочной деятельности работы центра IT-клуб, и любые урочные и внеурочные занятия, так как здесь у нас будет, еще не получили мы оборудование, но будет интерактивная панель, раздвижная система с интерактивной панелью, мы ее увидим в другом кабинете. С 2014 года в селе работает детско-юношеская школа «Олимп». Здесь открыты секции футбола, волейбола, тенниса, спортивного туризма, чирлидинга, работает тренажерный зал. Есть в селе и свой центр культуры и досуга, фасад которого отремонтирован по национальному проекту «Культура». Работают танцевальные и хореографические кружки. Развивается в округе и медицина. Отремонтирована центральная районная больница. В этом году установлен флюорограф и маммограф. Производство безопасно работает. Итальянский, визиограф дентальный. Тоже работает отменно. И российский рентгенаппарат. Флюорограф мы вот в этом году поставили. Также в рамках рабочей поездки в Харольский муниципальный округ глава региона посетил сельскохозяйственное предприятие «Легендагро Приморье». Компания выращивает рис, а также основные экспортные культуры – сою и кукурузу. Олег Кожемяка побывал и на полях предприятия. За рулем комбайна принял участие в уборке сои. По гектару. И 10 дней на уборку. Если у вас по количеству комбайнов и по их, как говорится, загрузке эта формула совпадает, у вас никогда не будет плохой погоды. Как только мы начинаем делать так, чтобы из расчета, что за 20 дней уберу, что, как говорится, нагрузку на комбайном ставим не 250 гектар, а ставим там 500, все, пошли дожди, потом морозы, потеряли урожай, вот стали, как говорится, нищими. Поэтому здесь вопрос вложиться в технику. Губернатор Приморья также принял участие в церемонии сдачи арендного жилья для сотрудников бюджетной сферы. Он поздравил новоселов с этим знаменательным событием в их жизни и вручил первые ключи от квартир. Хочу поздравить вас с этим радостным событием. Для каждого в жизни, наверное, приобретение жилья или возможность получения ключей от квартиры является одним из ярчайших событий. Хочу вам пожелать успехов в новом доле, с тем, чтобы вы следили за ним и в таком же порядке каждый год проводили здесь все мероприятия. Для того, чтобы дети росли в хороших квартирах, получали хорошее образование, радовали вас с тем, чтобы больше было вот таких мальчишек, девчонок, которые стоят рядом с нами с каждым годом. Судя по тому, что вы все еще молодые, то у вас такие перспективы есть. Всего вам хорошего. С новосельем! После торжественной церемонии губернатор побеседовал с жильцами за чашкой чая и сладостями. Анна Дьякова, новости на восьмом.